Давайте приготовим зеленые коктейли из дикоросов. Очищаю одно яблоко от семечек, беру одну гроздь зеленого винограда без косточек, например, кишмиш, добавляю пучок лебеды и 150 мл воды. Вакуумирую и измельчаю до тех пор, пока коктейль не станет равномерно зеленым. Готов наш лебединый коктейль. Попробуем? Сладенько. А сколько пользы в одном стакане? Наслаждайтесь всеми подарками лета!